вот это вот двухлетка, да, вот на нем будет плод. Угу. Вот двухлетка, вот тоже она будет плод. Здесь вы отгинаете, вот должны отгинать его обязательно. Разводить в сторону. Разводить, да. Чем ветка горизонтальнее, тем она больше заложит плодовых почек. На следующий год, когда вы их трехлетка, вы ее подрежете, а вот здесь будет у вас плод. Угу. И она будет висеть, и вам для сбора будет, и для всего вот так она должна быть. Вот, приблизительно. Чем горизонтальнее, тем она более... Ну, привязывать надо будет. Да. Так, а здесь обрезаем вот это? Да, здесь вот, смотри, здесь, чтобы не вытягивать, вот мы сразу на более тонкую разводим. Здесь, видите, веточка над веточкой, да, идет. Ага. Ну, как бы сказать, эту можно отогнуть, это будет у нас второй ярус. А эту мы подрезаем. Вот эту горизонтальную мы убираем. Здесь выводим центральный проводничок, вот тут, вот здесь. И от этого вот все должно быть вот так. Ну вот и верхнюю привяжем к проволоке. Да, верх привяжете. Вот это такой должен быть. Смотри, у вас вот ветка есть, да? Если к чему привязаться. Да, если есть к чему, пускай она будет. Она нормальная. Она выше колен 70 сантиметров, грубо 60 есть. Уже все. Можно оставлять. Ну, давай дальше. Иди по порядку, что? Ты меня... Так. Не, она не хочет. Горка. Так. Смотри. Это мы... Леша, смотри, это же у меня... Это мы выбираем. Какое? Вот это вот. Вы убираете, вот это оставляете. Угу. Да. А это уберем. Да, это убирает. Здесь убирайте прямо на кольцо. Вот так вот, прямо на кольцо. Потому что у вас должно не быть, меньше колена должно быть, и здесь должно быть вот на кольцо сделано. Сразу, я вам сразу говорю, когда подходите к дереву, сразу все вертикальные ветки, которые вверх идут более, вы убираете. Ну, о, видите, я хотел попробовать. Вот эти более горизонтальные вы оставляете. Убираю. Это мусор. Ну, тут будет вот здесь плоды будут у вас. По одному, по два. В принципе, вот это здесь на этом дереве больше делать нет. Нет, вверх пересмотри. Да. Проводник оставь. Вверх центральный проводник старайтесь. Нет, вот смотрите. Вот эта ветка еще. Да, нормальная. Вот эти две. Вот это раз. Вот это вы центральный проводник должны убрать. Вот здесь. Ага. Чтобы он был у вас... Здесь он потом пустит почечки и будут веточки. Угу. Вот, да. Вот смотрите, видите, он конкурент. Они как будто бы два одинаковые, да, конкурируют? Да, да, они есть конкуренты. Вот одного и это. Раз, да, 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 обязательно, чтобы не было этих рох и копыт. Все, один выпускаем. Да, тогда. Смотрите, видите, эта ветка уже... Обгоняет центральный проводник. Да, и по толщине... Привезли или убрать вообще? Нет, вот можно ее убрать, потому что тут она не надо. А это все вы разведете. Вот это туда-туда так разведете, будет 20 лет на век. Так, к этому подходим. И получается еще одно, что сильно расплетение, допустим, если столб расходится на два, ну вот корень основной, его, ну, одного кого-то надо убирать. Обязательно, тоже. Конкуренты надо убирать. Вот это убираем? Убираем. На только кольцо. Так или уточкой на вроде? Нет, здесь вот так, нормально, нормально. Здесь? Да. Здесь все оставляете. Ага. Вот, видишь, вот вверх идет. Да. Ага. Вот здесь только вот эту подрежете вот так на уточку и все. А та не надо, ту не надо, да? А эти мелкие, они ничего, они прогнутся, да. Они ничего не дадут. Да, они чуть положат. Да, они положатся. Тут будет вот, я же говорю, вот цветочная почечка, видите? Вот на ней будет соцветие, она так раз прогнет. Оставляем так все, да? Да, да. Это все, это самое. Так, теперь здесь, ниже мусор, внизу можно брать. Это, Саня, сразу видите, отличается. Вот ты посмотри сюда и смотри туда. Ну, после вот это, внизу. Сразу убирай ту беду. Так, и дальше движемся. Оставляем. Так, вот эту вот вертикально убираем, да? Да, да, да. Опять, вот этот пенек, вот это... На уточку. Надо резать не на пенек, а на чтобы проснулась почечка. Почка, вот так, раз. Вот, ага. Видите, почка? Ага. Она даст направление. Вот этот носик ей не даст идти опять вертикально. Она в сторону пойдет. Она в сторону пойдет. Это на молодых садах, когда для формировки. Так, смотри, этот маленький так, можно вот оставить. Вертикальную жмы вот это. Да, вот. Да. Нет, этот убирай. Потому что он перегонит. Видишь, он даже мощнее уже идет, верхушечная почка мощнее, чем вот здесь. Все. Да, тут больше, в принципе, ничего делать не надо. Это все отогнется. Вот. Старайтесь, чтобы ну, примерно
2-3 сантиметра. Сильно длинный не надо, потому что ну, потом будет вот такая, 2-3 проснется. А, оно с одной пойдет в разные стороны.